Куша, вы в троне? Ее вместе с троном. Вот так вот, друзья. Мы собрались. Как всегда, это на один день. На два, то есть, ладно, вру. Роман Николаевич, куда едем? Кочегурами. Да, да, да. Давай 5, конечно, давай 5. Марфуша, давай 5. Марфа в образе, ей 5 лет. Все хорошо. Зависла. Как, вы еще лежите в кровати? А мы уже идем. Не показывай, сколько времени, надо не нам. 5 утра. 5 утра. Джузеляну, снег. В Краснодаре снег. Опять снег. Мы едем в ванну и бассейн. Оп! Как я тебя буду в машину сейчас заносить такого чистого? Уху! В путь! Поем! Итак, друзья, всем привет! 6 февраля, 21 год. Семья Густовых снова в деле. Мы снова движемся, на этот раз в Кучугуры. Выходные мы проведем. Все, Гордей уже отъехал. Марфа только собирается отъезжать. Скажи что-нибудь своим подписчикам. Ставь, чуваки, на мой канал, подписывайтесь на мой канал. Да, это мантра блогера. Снег лежит, снег, грубо, снег. Да, 6 февраля у нас снег будет снова. Снова в Краснодарском крае будет снег. У нас сегодня на улице идет снег, такие маленькие снежинки невидимые. Про что-нибудь другое. Про садик и подружку в садике. Ладно, договорились. Наступает ночь. Гарри, давай.
Вот наш любимый отельчик. Заселились. Снежок разошелся, погода вообще не летная. Ну что начинаешь? Давай. У нас шашлычок, манты, курочка и язык. Ну чё? Ну. Ох, маму видно. Горячо? Шикарные виды, а все запотело. Во, море. На троне, да, пока? Море. Побежал за Маркой. Пошли, не ругайся. Обожает. Он обожает море. Молодец, молодец. А я так и спал. Попал. На, тебе чай-то? Держи. Работа не кончаем, мы краем, Гордей Романович. Вот так вот он. Пошел летать-то. Сосульки. А как же сосульки? Ну, отлично. Друзья, сколько бываю на море, впервые в жизни я вижу картину, когда море и снег. Очень необычное зрелище. Это поселок Кучугуры, Краснодарский край. Подписчики просят показать дом сватов. Я вам говорю, ребят, сваты снимались в других Кучугурах. И вообще, в принципе, сваты снимались на Украине. Ну вот, ветер хороший, лететь можно. Но снег закончился, пока прособирался.
опять снег начался. Сейчас подожду. Либо стемнеет, либо снег закончится. Итак, друзья, докладываю обстановку. 7 утра, воскресенье. Ветер хороший. Даже чересчур. Судя по гребешкам, даже восьмерка. Снег. Ну, под снегом грязь. Как бы, пока снег не растает, можно будет летать нормально. Если, опять же, на старте много людей будет, все растопчет, то будет грязновато. А так, как бы, все хорошо. Друзья, зима, море, приятный бриз. Ничего не предвещало беды. Пока я не стартовал с пляжа. Так, друзья, я загнездился на шиповничек. И на сегодня я отлетался. Ну, пока две дырки, я думаю, там еще будут. Сегодня, конечно, море бушует. Андрей, как всегда, лезет в воду. Сын. Ну, куда, 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 давай. Я сегодня делаю резиновые сапоги, и мы будем, потому что, ну, в прошлый раз он прям капец. Куда, на-ка? Куда ты побрел? Мама. Папа. Борется с ветром. Выше, Аксель. О! Все, все, все. Смотри, смотри. Смотри, смотри. У-ху-ху! Марфуш, не мешай, пап. Эх, чуть-чуть. Вот у Андрея с Витей наземочка такая красивая. На берегу Азовского моря. Дядь Саня. И ребята с Геленджика. Игорь, Загид. Миллиметры! Вот как взлетают профессионалы с пляжа. Ребята, вы знаете, что такое боль парапланериста? Сейчас я вам покажу. Это фиаско, братан. Это фиаско. Ой. Это писец. А, отлично все. А, ты загораешь? Да, я тут видосики пилю, контент у меня там хренен. Добрый вечер.
Отдыхаем. Крылышко. Делай так 5 раз в день, спина не будет болеть, нет. И нога тоже. Так. Отлично, пошел. Отлично, пошел. Этот не пошел. Бывает. Мы только собрались уезжать, смотрим, вот дядю Саню уронила. Видать, сильно уронила. Такой опасный, конечно, вид спорта все-таки. Рома поспешил помочь, потому что, ну, видимо, хорошо, раз он увидел, что он лежит и встает. Вот так бывает. Тут еще провода вот сверху. Вынесла вот. Отсюда. Порыв ветра. Ромочка сбегал за машиной. Пригнал, вот, помог загрузиться. Итак, друзья, такие у нас получились насыщенные выходные. Лицо красное, налетался сегодня прям вдоволь. Очень много приключений. Дети засыпают, мы едем обратно домой в Краснодар. У нас сегодня 7-местная машина. Дети очень круто расположились. И жена! Я впереди. Крайний раз мы вот так вот вдвоем впереди ездили 6 лет. На протяжении 5 либо 6 лет впереди постоянно стоит детское кресло и постоянно.